Очередной этап распределения свободных мест в детских садах пройдет 15 ноября. Об этом информирует телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Для успешного распределения родителям рекомендуют проверить данные в заявлении на портале образовательных услуг ОСОРСО в разделе «Поиск заявлений». Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ. О предоставлении свободного места родителям сообщит детский сад. Самостоятельно ознакомиться с результатами можно на портале ОСОРСО. Заявление должно сменить статус «Очередник» на статус «Направлен». Обращение жителей в соцсетях на особом контроле МЦУ Самары. За первую декаду ноября, благодаря системе инцидент-менеджмент, в областном центре отработано порядка 1300 сообщений. Все сообщения, которые касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, а также порядка в городе, координируются и анализируются в МЦУ Самары. Одно из таких сообщений от жителей дома номер 60 по улице Гагарина от 31 октября. Жители пожаловались, что в помещении третьего подъезда уже год нет отопления. Благодаря налаженным коммуникациям с различными структурами МЦУ Самары удалось ускорить процесс подключения тепла. В Самарской области увеличили сумму подарочного набора новорожденным в 2025 году. Об этом сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Выплата установлена в размере 16 267 рублей 54 копейки. Информацию можно уточнить в приказе Министерства социально-демографической и семейной политики региона. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер поддержки для отдельных категорий медицинских работников предусмотрена компенсация за частный детский сад. Она составляет 50% от ежемесячной оплаты. Категории получателей – участковый врач-терапевт и педиатр, врач общей практики, медицинская сестра участковая, врача-терапевта и врача-педиатра, врача общей практики. Компенсацию могут получить медработники, работающие в государственных учреждениях Самары, чьи дети в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают частный детский сад. За оформлением компенсации нужно обратиться в МФЦ или районный отдел соцзащиты.